сейчас посмотрим вот на вот эту вот камеру. Это видеокамера Panasonic формата VHS Compact. То есть вот на такие вот кассеты она снимает. Подключим к ней питание и поснимаем. Значит, тут в комплекте идет вот такой вот аккумулятор, не родной аккумулятор. Вот так вот. Модель видеокамеры Panasonic NV-S20E. Так, быстро пробежимся по функциям. Значит, переключатель выбора режимов, да, так сказать. Есть автоматический режим и ручной режим. В автоматическом, то есть просто она будет снимать, ну и фейдер можно включать. Все, больше ничего включать нельзя, ничего не работает. Ну и время, конечно, выставлять можно. И то не выставлять, а оставить, чтобы просто показывалось время. Выставлять, опять-таки, это все в ручном делается. В ручном можно настройки менять. То есть можно там, ну и, кстати, здесь не так уж и много. Можно сделать фокус, да, там ручной. Потом баланс белого можно изменить. Потом подсветку сзади можно изменить. Дата, время. Ну, фейдер, он в любом режиме работает. Потом дальше... Три пресета, в общем, идет как бы, ну так, типа спорт, да, режим, потом там портрет и ночной. Вот как так они называются. Здесь есть выхода, обычные тюльпанчики, да, еще какой-то вот непонятный тоже, какой-то пятипиновый. Кстати, вот регулировка ручного фокуса здесь находится прямо на объективе. Здесь микрофон. Здесь кнопка, которая открывает кассетоприемник. Ручка довольно-таки удобная, большая. Ну и сверху кнопки управления. Это зум. Очень, кстати, удобно сделан. И кнопки управления. Перемотка, воспроизведение, пауза и стоп. Есть включатель. Да, вот так вот он. Раз, все, камера у нас включается. И здесь определяется режим. То есть очень просто все сделано. Вот всего лишь одна кнопка. Вот сейчас стоит режим камеры. Можем поставить режим видеомагнитофона. То есть режим воспроизведения.